Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Как всегда, с ивента начинаем. Так, я тут пару раз поиграл, мне понравились ивенты. Ну, правда, это было за кадром, но все-таки. Ага, значит, опять большеголовые гаргантюа здесь будут. Ну, давай посмотрим. А, тут уже вот. Отравляющие грибы. Ладно, давай их выставлять. А, видишь, какие большеголовые идут. Давай, 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 иди сюда, халабуда. Несчастный. А что за праздник, ребята? Почему у них слишком большие головы? Так, давай сюда яблочную мортиру ставить. Пускай она по ним бомбит. Как говорится, не жалея яблок. Воу-воу-воу-воу. Пираты тут уже поперли. С какого вдруг перепуга пираты-то сюда поперли, а? Скажи-ка мне на радость. Так, он развалится? Не успеет, надеюсь, дойти? Нет, не успеет. Тем лучше для нас. Так, а мы с тобой сюда поставим. Опа. Секундочку, здесь пушка, ребята. Надо ее будет как можно быстрее уничтожить. Мортиру сюда поставим с тобой. Так, орех. Чтобы прикрывал нас. Ну-ка, если я сюда поближе поставлю. Слушай, вообще не лопается. Посмотри, вот этот гриб. То есть на пушку он не реагирует, да? Ну ладно, раз ты не реагируешь, будет кто-нибудь другой реагировать. Например, те же самые наши мортиры яблочные, да? Так, я пока здесь поставлю в два рядка. И мортир. Надо с ними просто быстренько расправляться. Блин, мы, наверное, не успеем, да? Так. Воу, 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 вот это плохо, ребята. Вот это плохо, давай еще. Да блин, чернильные, давай сюда. А почему этот-то не реагирует, я не понял. Как так-то? Такого просто не должно было быть. Вот смотри, что он делает, он поедает мои мортиры сзади. Почему на него гриб этот? Вот, сейчас подействовал. В чем прикол тогда был? Блин. Отлетающий зомби меня бесит. Серьезно тебе говорю. Че нам, используешь что ли финансы для того, чтобы его отбросить, а? А, мы его сбили. Да, мы его все-таки сбили. Он приземлился на землю. Давай на всякий случай сюда поставим еще, да? Ядовитый гриб. А если я сделаю вот так вот? Ничего, ничего не изменилось. Нам нужно пушки вот эти уничтожить как можно быстрее. А давай с тобой сделаем вот так. Воу-воу-воу-воу-воу, гаргантюя идет. Так, нужно с ним быстренько расправиться. Так, с пушками справились. Гаргантюаху нужно бомбить. Такой уродливый, да, он? Этот гаргантюах. Да, он какой-то серьезно, ты посмотри на него. Так, что за музыка, что за веселуха? Оу, а я думал, что все, больше никого не будет, ага. Вечеринка только начинается, ё-моё. Зашибись. Ядрить тебе на коль, ты посмотри, сколько их там. Давай, грибок, лопайся там. Всех заражайте чернильной ерундой, чтобы они там погибали. Что они так проходят спокойненько, а? Почему они так спокойненько проходят? Да потому что вот тут вот, видишь, что делает? Так, слушай-ка. Ну, в любом случае, ребята, у нас газонокосилка есть. Так что волноваться не стоит. А тем более, это последние монстры, последние зомбики. Так что можно вообще на расслабоне быть. Но... я не понимаю, почему вот это вот, вот этот гриб не реагирует никак вот именно на гаргантюа. Почему он его не может кляксой запачкать? Почему такое происходит? Мне лично непонятно. Слушай, а кто его вот так вот немножко станет? Неужели яблочная мортира? О, да мы и так справились с ним. Крутенько, крутенько. Так, минус. И давай вот этого последнего шитика с тобой уничтожим.
Да, ребята, в принципе, все. Тут победа за нами. Нам остается только лишь забрать награду и, наверное, еще разочек перепройти этот уровень, да? Да, я думаю, так будет лучше всего. Так, давайте ко мне, пожалуйста, награды. Кукуруза, вы серьезно? Да ну, ну это что такое? Ну, маленький гриб и кукуруза. Ну что, друзья мои, давайте еще разочек, да, сыграем. Надеюсь, сейчас у нас получится все намного быстрее. Я не знаю, эти орехи сюда поставим. А этих прямо на самое начало. Чтобы они сразу их заражали. Окей. Так, орехи будут здесь у нас, потому что там прыгуны всякие побегут потом, да? Так, сюда поставим орех. Слушай, зря я, наверное, сюда влепил. Хотя, не, нормально. Хотя все у нас окей. Вот они эти пираты. Давай вот так вот поставим сюда. Блин, да вы мне дадите это, мортиру-то? Или что, вы мне так будете одними орехами что-то тут пичкать? Ну вот, совсем другое дело. Так, этого давай уничтожим. То же самое. О, спасибо за удобрение. А ты что, идешь такой довольный, думаешь, безнаказанно сможешь пройти? Нет, не сможешь. Так, последний орех сюда выставляем. Все, ребята, и начинаем чернила. Чернильный, я не знаю, ядовитый гриб или чернильный гриб. Как его лучше назвать-то? Кляксовый гриб. Так. Давай вот сюда поставим. Орех выставим сюда. Да не хочу я больше эти орехи здесь, ребят, применять. Остается только лишь выставить мортир еще вот сюда, рядок, да? Да и все, в принципе. Сейчас гаргантюаки, когда пойдут, мы сможем с тобой... Так, секунду. Все пока под контролем. Если здесь орехи будут уже съедать, мы с тобой поставим сразу новый, свежий. Ну, как видишь, все и так нормуль. Заменяем. А вы будете мне давать эти ядовитые грибочки? Вот они. Давай вот прям сюда, в кучу. Так он только на одного действует. Я думал, что он будет на всю толпу. Нет, ребят, не на всю. Так, еще одна удобряха. Можно, в принципе, вот сюда заюзать. Тут уже не огрызками мы бомбанули, а целыми яблочками. Во-во-во-во-во, бежит, бежит, бежит. Явился, не запалился, да? Так сказать. Давай тебе вот орех поставим под ноги, чтобы было неповадно. Так, сейчас пойдет, ребят, последняя волна. Нам надо будет только разобраться. Ага, все, все, вот она. Ожидаем. Бегут. Так, я думаю, можно удобрение, в принципе, сейчас применить. Или чуть попозже, а? Так, ну-ка. Воу! Совсем забыл. Есть контакт. Этот вот гаргантюа. На него почему-то, ребят, клякса не работает. Отравление вот это вот. На мелкого срабатывает, а именно на него нет. Ну, мы его не так плохо даже. Смотри, мы его застанили, он нас даже ударить не может. Сейчас отдуплится. Надолго его не хватит. Сейчас, 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 секундочку. Секундочку, и тебе крышка будет. Тем более это после... А, там же еще вон пушка, оказывается, еще есть. Рот открыл такой. Ай. Все. Расписали как по нотам. Ну что, друзья мои, забираем свои награды и будем смотреть, что у нас там интересного. Воу, спасибо большое. Еще раз спасибо. Мы будем с тобой копить вот на это растение. Да? На арене, естественно, разыгрывается именно оно. Кстати, друзья мои, я купил мяту. Я купил одну мяту, которая помогает нашим подрывникам. То есть это минам,
взрывной орех и тому подобное. Здесь, в принципе, мне ничего не надо. Я ивент прошел. Челлендж. Ну, а теперь идем на арену. На арене, если честно, я так и не понял, какую там стратегию делать. Мне кажется, там лучше всего, чем больше нанесешь дамага, тем лучше. Я вот так вот думаю. Как видишь, у меня сейчас в данный момент 18 кубков. Ну, корон, кубков. И надо нам с тобой вот сюда как-то попасть. 100 дней. Ну, считай, месяц у нас на все про все. А что я купил, ребята? Приобрел вот такую вот... Сейчас, подожди. На каком я месте? На 9-м. Приобрел я мету. Сейчас я тебе покажу ее. Да все ее знают, ребята. У всех она, наверное, уже есть. Это только я, как запоздавший, ее только недавно приобрел. Ну, гамнат, мы помним, да? В прошлой серии. Вот она. Вот, ребята. Бомбард мята. Помогает всем там. Вишневой бомбе, взрывному ореху, взрывной Вейн, грапишот, томатные мины. Короче, вот так вот. Так что, ребята, я, правда, не особо ей любил пользоваться. Попробовал разок, что-то мне как-то она не особо зашла. Так что попробуем без нее. Во-первых, сейчас зайдем на город, посмотрим, что у нас тут с тобой. Оу, ничего себе, сколько я тут всего поистратил, а посадить забыл. Это упущение. Так, Жужу, иди сюда. А вот сюда полей, пожалуйста. Значит так, еще у нас с тобой обновилась Пенни Пурсует. Я, по-моему, прошел всего лишь 2 уровня, если не ошибаюсь. Или один даже. Нет. Погоди-ка, что-то здесь не то, ребят. Я не мог пройти все уровни. Кто-то за меня уже тут играл. Угу. Тоже мне понравилось вот это вот растение, ребята, да, которое стоит, его едят, едят, потом оно в конце взрывается и наносит по всей дорожке огненный урон. Ну, с ним мы займемся чуть попозже, а сейчас все-таки давай-ка сходим на ареночку. Так, перчаток у нас с тобой есть 7 штук, есть возможность выиграть 3000 монет, либо сфелиться, потому что гемов, как ты видишь, у меня нету. Так что, была, как говорится, не была. Кара Ривер против меня играет, или я против него. И сейчас тебе покажу команду, которая у меня была. Она выглядела вот так. Нет, ребята, это что-то какое-то устаревшее. У меня сейчас все немножко по-другому. В общем, я делаю акцент именно на дамаге. Поэтому смотри, что я хочу сейчас сделать. Так, мина... Здесь пока все устраивает. Мне, я вот не знаю. Подсолнух я брал. Надо будет его еще раз взять. Вот я не знаю, может быть, мне взять вот это вот растение. Фиг его знает. Но у меня в любом случае, я брал свеклу. Я брал свеклу. Я, конечно, ей не особо очень много успел попользоваться. Да где же она? Так, погоди-ка. Не вот эту свеклу, ребята, я брал, а другую. Вот. А вот эту. Или это редиска? Нет, ну похоже на свеклу почему-то. Так, и что бы еще мне взять? Можно, в принципе, вот это вот взять, поставить его. Давай попробуем сыграть через него. Чувствую, фейлом тут пахнет. Тем более, офигеть каким. Так. Выставляем с собой подсолнухи. Слушай, я вот не могу понять, это ночь или день? Если день, то очень мало мне дают подсолнухи энергии. Так, выставляем с тобой сюда. Ну что, поехали. Let's rock. Лазербин, это все. Это все понятно. Погоди-ка, я что, попутал уровень? Предположим. Вот так вот сделаем. Куда ты там разогнался? Давай сюда поставим с тобой. Блин, они ускоряются, ребят. Ага, рев.
Давай сюда. Потом эти еще побегут же, да? Побегут. Давай, Гаргантюа. Бежим. Блин. Вот начинается. Зевуха. Сейчас будут вот эти вот мелкие меня тут домогать. По полной, блин, программе. Окей. Пока есть такая возможность, ребята. Отбиваемся. Во что бы то ни стало. Но мы проигрываем с тобой именно по очкам. Да, именно по очкам я, конечно, фейлюсь. Причем очень сильно. Куда ты сюда идешь, а? А что это она так дорого стоит-то, свекла? Эй! 390 энергии, такого быть не должно. Ладно. Вызываем. Все равно особого выбора нету, да? Но-но-но-но-но-но, потише, 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 ребятули. Так, здесь, наверное, взорвем. На самом деле, я не думал, что вот так вот все дорого будет мне обходиться, если честно. 390. С чего вдруг? Такие ценники. Давай еще вызывать с собой Гаргантюах. Ну и лазербины пускай тут у нас с тобой будут стоять. Ну а что делать? Ребят, я не знаю. Что-то здесь я вообще как-то фейлюсь по жесткачу. 30 секунд. Нереально мне здесь выиграть. Все мои подсолнухи, как ты видишь, сожрали. Энергии нету. Посмотрим, что у нас там. Зря я, конечно, вот этого взял. Вообще не понимаю. Думал, что выиграю от этого, а на самом деле не выиграл вообще нисколечко. Ладно, фейл так фейл. Не буду я, ребята, у меня геймов нет, понимаешь, да? Права на ошибку у меня не было. Да ничего тут особенного нету, ребята. Абсолютно ничего, да? Будем с тобой заново. Обнуляем, короче. И играем. Немножко по-другому. То как? Фиг его знает. Я пробовал уже через Дейзи играть. Нифига, не прокатывает, ребята, этот вариант. А короны нужны, как ни крути. Если мы хотим с тобой получить эту взрывную, да, Вейн? Эксплорер, то она нам нужна. Давай попробуем немножечко по-другому. Убираем с тобой вот это. Вот это и... И что-нибудь выставляем другое. Очень много, конечно, тут этих зомби. Свекла. Лава-гуава. Слушай, может быть, все-таки действительно не в подсолнухе дело, а нам нужен... Гриб этот. Ночник. Или как его, я не знаю, как его назвать. Гриб-ночник. Ты понял, да, про который я говорю? Может быть, попробовать через огненный горхострел. Но он второго уровня. Что он сделает? Да ничего он не сделает. Вообще ничего. Цитрон. Да он тоже тут ничего особого не сделает. Пираты все эти. Куча пиратов. Вообще никаких идей нету. Лазербин. Но если лазербин, то он только пойдет через свеклу, через эту. Ну ты видел, какой ценник у нее? Фигеть. 390, но это никуда не идет, ни в какие ворота. Поэтому лазербин, наверное, мы с тобой убираем отсюда. И поставим, наверное, боулинг лучше, да, влепить сюда. И вот этот, может быть, гриб. Как-то вот так вот. Больше у меня пока никаких идей нету. Поехали. Будем отбиваться. Так, грибочки мы с тобой поставим сюда. Слава богу, они стоят очень дешево.
Скулит там, а? Зомбятина ноет. И боулинг. Боулинг, конечно, стоит дороговато. Поехали. Зомби идут, да? Зомби идут, понятное дело, идут. Предположим. Так, дальше что? Давай вот так, наверное, делать с тобой. Ой-ой-ой-ой, только тебя тут не хватало, блин. Сейчас будет ускорять. Ускорил, ускорил. Даже он денется-то. Не пройдешь ты, гаденыш. И здесь тоже не мечтайте даже об этом. Или пройдет все-таки? Блин, проходит, а? Ну ничего себе ты, жучара какой, а? Хитренький. Давай быстрее бомби. Пушки там главное снесли и все. А остальное уже, как говорится, не важно. Давай вот так вот сделаем. Удобряшка, вот. Вот она, удобряшечка моя. Ну и? И нифигашечки, да? Попрыгуньки, стрекоза тут всякие прыгают. Что там, гаргантюа, что ли, пошел, да? Пошел. Ну и, ну вот смотри. Вот как вот, вот тут сделать? Я, если честно, вообще не понимаю. Вот у кого-нибудь есть вообще идеальная стратегия? Смотри, они все грибы мои съели, да? Все поуничтожали, абсолютно все. Идет вот эта вот армада, блин, гаргантюна, с которыми фиг знает, как вообще тут справляться. Ну вот как? Вот каким образом? Ну если я даже поставлю сюда лаву-гуаву, предположим, да? Она все равно не спасет. Гриб-то они этот уничтожат мне. А он, как ты понимаешь, последний. Иду, ну. Хоть какой-то урон, хоть какие-то очки мы с тобой зарабатываем на дорожку. Очень быстро меня тут расклепали. Я бы даже сказал, моментально. Ну, давай хотя бы вот так вот сделаем. Еще немножко и тут помурыжим. Авось, может быть, еще маленечко с тобой заработаем, да? Очков. Так, сколько у нас? 277 против 100. Ну, здесь, слава богу, мы с тобой победим. Но все равно как-то вот... Ну, смотрится это вообще паршивенько. Ага, вот у него что было, да? Вишневая бомба... Электрокамыш. Ну да, за счет этого только я, наверное, и выиграл. Так, давай подумаем, что еще можно здесь придумать. Какую еще выбрать комбинацию. Через Дейзи я уже говорил, да, я пробовал. Что-то мне не особо понравилось. Может быть, нам с тобой впору попробовать все вот эти вот мяты, как они работают. Давай-ка, наверное, так и сделаем. Сейчас возьмем с тобой, например, кучу вот таких вот катапульт. Да, который у нас с тобой есть. Ты это возьмем с тобой. А больше не получается. Хотел просто протестить. Вот это же у нас, да? Да, это катапульта. Только, наверное, вместо капусты лучше взять вот эту вот. И... Так, мяту я взял. И нам надо, наверное, с тобой взять... Ну, подсолнух. Че, попробуем? Просто пофанимся, ребят. Хочу просто потестить. Так, значит, выставим с тобой. Вот так. Вот так. Вот так. И подсолнухи. Раз, два, три, четыре. Поехали.
пускай они там бомбят. А мы с тобой, если что, будем, ребят, вызывать вот этого вот нашего усилителя, так сказать, мяту. Пускай она там будет бомбить. Так, кукурузочку. Но-но-но-но-но-но-но. Тихо-тихо, давай, взорвись там. Есть контакт. Пускай тут потихонечку у нас с тобой копятся, так сказать, монетки. Ну, не монетки, а очки. Опыт. Как только их будет целая куча, ребят, естественно, будем юзать сразу же. Главное, чтобы у нас хватило с тобой. Ну-ка, давай проверим. Что-то бомбит, бомбит. Что-то не могу понять. А что происходит-то? Что-нибудь вообще понимаешь, что тут происходит? Я, если честно, не особо. Что-то вообще как-то не... Офигеть, а что этот зомби слишком такой борзый-то? Просто в наглую прошел и все. Окей, здесь поджарили. Что-то какие-то слабые, ребята, эти катапульты. Я даже смотрю вот по своим этим, по очкам, сколько я тут заработал. Фиг да нифига. 30 тысяч всего лишь заработал. Смешно. По вот этим меркам это очень смешно. Ну ладно, мы с вами фанимся, почему бы нет. Почему бы не посмотреть, что там дальше будет происходить. Так. Взрывы, конечно же, нужно делать взрывы. И чем больше их, тем лучше. Вот здесь, они вот здесь вот не справляются. Вот с этой армией. Их тут просто промнут сейчас. А ну-ка. Ну и что? Что-нибудь видишь хорошего? Я вообще ничего не вижу, ребята, в этой мяте. Слушай, ну все зависит тоже от уровня, согласись. Если она не прокачанная, то что ты от нее ждешь? От непрокачанной мяты. Ну, знаю только одно, что это все полное фуфло. Попробуем с собой следующую потом мяту. Просто когда-то надо было, ребят, протестить. Все, у меня никак руки до них не доходили, до этих мят. Теперь вот будем с вами смотреть. Ну, понятное дело, что я тут проиграл. Меня это нисколько не пугает, потому что мы с тобой там все равно далеко не продвинулись. Естественно, я буду сдуваться. Так, и давай глянем. Следующую мы с тобой протестим, наверное, отравляющую мяту. Как она будет действовать? Она вроде бы как на грибочке, да? Довольно неплохо работает. Сейчас посмотрим. Так, где ты, мяточка? Так, вот это у нас огненная, но огненную пока не будем. Вот, возьмем эту мяту и давай ее использовать против... Точнее, не против, а вместе с грибами. Вот с этими, со всеми, да? Все. Ой, ё-моё, ну зачем, блин? Все, испортил сам себе. Так, выбираем. Где она? Раз. И последнее. Все, вот таким вот образом. Блин. Ну, проблема в другом немножко. Мне нужны подсолнухи, чтобы все это протестить. Давай смотреть. Значит, так. Выставим, сколько они... А, они дорого стоят. Подсолнухи. Так. Все, погнали. Просто хочется посмотреть, как это все будет срабатывать у нас. Ну куда ты разогнался, а? Паршивец эдакий. Давай вот так вот поставим с тобой. Еще.
Сейчас побольше с тобой грибочков этих понаставим, и все будет у нас тип-топ. Что такое, меня опять подвинули, да? Ладно, не беда. Очень мало дают энергии, друзья, солнечной. Ну-ка, окей. Ну что, пора, наверное, юзать. Давай проверим. Так как-то... Я вот не вижу того эффекта, который хотел бы. Будем честны. Она усиляет, но не настолько хорошо, как хотелось бы. Так, сдувайте их всех зомби отсюда. Сдули. Так, здесь тоже сдуйте, пожалуйста, этих аглоедов. Есть контакт. Так, а здесь можно их отравить? Ну, видишь, не настолько сильный. Помощь, причем такой долгий откат. Может быть, когда она там на 10 уровне, может быть, от этого будет какой-то эффект. Но в данный момент ничегошеньки такого нету. Но зато я посмотрел. Я хотел посмотреть, как эти мяты все работают. И я посмотрел. Правда, еще не все. Многие, он, еще этот динозавр, который там ускоряет, раздражает. Так, мы все равно пока по очкам, ребят, выигрываем. Так. Ни одного растения нету, прикинь. Мята в откате, а ни одного растения, которого бы я мог использовать, нету. Смотри, просто орда. Я офигею с этого дурдома. 30 секунд осталось, да? Ну, сложный, вот этот уровень сложный. Тут ничего, конечно, не скажешь. Давай, вот так вот их всех. Трави. Оу, целая армия идет. А я вот так еще сделаю. Угу. Ну все, ребят, тут победа за нами. Такая халявная победа, ребят. Видишь, он сделал вот это вот. Мяту взял на взрывные, короче, растения. Так, давай тогда еще. Опа. Да ладно, 50 гемов заработали. Спасибо большое. Так, что у нас еще осталось? Протестить огненную, да? Огненную мяту. У нас с тобой, правда, очень мало огненных растений. Там всего лишь ничего. Но все равно надо проверить, ребят. Так что давайте. Первое огненное растение у нас это... Слушай, на лаву гуаву, по-моему, тоже работает ведь, так? По-моему, да. Так, вот оно, огненное растение. Где у меня этот? Вот этого сюда возьмем. Ну и кого? Подсолнух? Конечно же, подсолнух. Дикий. Погнали. Так. Выставляем. Желательно разных видов. Блин, лаву-гаву не могу, да? Ну, ладно, фиг с ним. И все, что ли? Эй. Что-то как-то быстро у меня закончились монетки. Так, подсолнухи. Конечно же, про подсолнухи совсем забыл. Ну-ка, как ты там? Воу. Ну, огненная, ребята, тут в разы чувствуется прям эффект. Согласись. Тут прям чувствуется, действительно, что они вжаривают, так вжаривают. Тихо, не надо тут. Все-таки ускоряй, да? Сгорел, чувак. Тут и пиратики бегут.
Блин, мне нужна взрывчатка. Взрывчатка нужна. Подсолнухи, взрывчатка, говорю, блин, нужна. Твою налево, пока дождешься. Давай вот так, наверное, сделаем. Окей. А здесь лаву-гуаву. Лучше еще и вот так сделать. Опа, удобряшечка. Да ну, серьезно, блин, прошли, а? Прикинь, не прошли эти хламоны. Мы их раздавили за это. Так, лаву голову сюда поставим. Пускай, как говорится, пробуют. Мяту хочу еще попользоваться, ну, поюзать. Что-то мне подсказывает. Я не успею ее использовать. Или успею? Слушай, ну, в принципе, можно. О! Так. Юзаем, ребята. Ну что я тебе скажу? Ой-ой-ой-ой-ой. Я тебе скажу следующее, что огненная мята, да, она как-то вот... Ну вот не чувствуется эффект именно от огненных растений, да, что она запускает. Конечно, есть какой-то смысл и толк. Но по очкам, как ты видишь, я все равно фейлюсь. По очкам я фейлюсь, и очень сильно. Но в любом случае я тест делаю, да, на эти намяты всякие. Так. А почему делаю? Потому что, ребята, мы все равно с вами как бы на первой там стадии. Если бы я был где-то на последней, конечно бы я тут не начал бы ничего испытывать. А ну-ка. Куда ты утащил, гаденыш, а? Вот чертов попугай. Он утащил, ребят, мою эту. Так, 136. Потом посмотрим, что он там использовал. Вот эти уж и вот бизоны бесявые роботы очень сильно раздражают. Ты прикинь, по всем фронтам выставляют. Нифига они тут дают. Везде эти динозавры. Крикуны, которые ускоряют. Ну что тут у него, смотри. Слушай, а что вот это за мята? Я не знаю, ребята, что она делает. Так, давай-ка заново. Что делает вот эта мята, которая у него была с шипами? У меня такой, по-моему, нету. Так, ну что, теперь, наверное, хватит уже дурачиться. Давай-ка подойдем ответственно к этому делу и попробуем пройти. Нам нужна корона с тобой, а не просто так шутковать и баловать. Давай подумаем конкретно, что нам с тобой нужно и что нам лучше сделать. Возьмем боулинг. Защитник нужен? В принципе, как бы нужен. Возьмем мину. Так, этого я не хочу брать. Подсолнух, блин, да подсолнух, он как бы занимает ячейку, ребят, на самом деле, да? Целую. Тут нельзя взять гриб, который может приворожить. Можно вот так вот сделать, через него, если, ребята... Главное, чтобы он не попал под Гаргантюа, да? И ти-ти-ти-ти. Что еще нам можно взять с тобой? Фасоль вот эту вот. Не годится. Бумеранг тоже не пойдет. Там, понимаешь, там очень много вот начинает пушки выстреливать, очень много мелких вот этих гаденышей разлетается везде, да? И они, грубо говоря, все просто на своем пути сметают. Поэтому как-то, я не знаю, может быть, вишневую бомбу брать или кабачок, или вообще, не знаю. Ну, очень-очень большой там идет, короче, наплыв. Как с ним справиться, я, честно говоря, даже пока не знаю. Ладно, поехали, у нас все равно с тобой особого выбора нету. Гриб этот взять нельзя, так бы я бы смог, естественно, этих динозавров к себе переманить. Кстати, вот еще у меня было, ребята, огненное растение. Ладно. Давай так вот сделаем. Нет. Лучше вот так, наверное, да? Или вот так лучше? Да фиг его знает, как тут лучше. Давай вот так вот, все, поехали, короче. Можно 1000 лет сидеть, выбирать и ничего не выбрать.
Так, в боулинг. Еще вот когда начинается вот эта фигня, ребят, когда зомби... Что, все что ли? Офигеть. Когда начинается вот эта вот ерунда, когда зомби идут, прыгают вот здесь сзади эти бомжи. И тут начинается, конечно, расколбас полнейший. Они уничтожают там, кого бы я там ни стал, подсолнухи или еще что-нибудь. Все съедают на своем пути. Так, ладно, предположим. Естественно, лучше поставим здесь с тобой мин. И вот так вот их еще размножим. Подсолнухи нужны. Энергия нужна, ребят, конечно же. А, явился, не запылился. Сейчас будет орать. Погнали. Сейчас съест грибочки и превратится, ребята, в супер-пупер-зомби. И пойдет там всех бомбить. Ну, ешь давай уже. О. Надо было тебе, конечно, не там идти, а чуть-чуть пониже. Все съедает. Видишь, на офигенной скорости, ребята, они уничтожают моментально все. И с энергией солнечной тоже беда. Давай там уничтожай всех этих ушлепков. Так. А в плане, я даже не успел. Трындец. Я только растение посадил, его сразу же съели. Ты видел? Вот так-то. Кого я хотел? Я хотел гриб. Как они его так быстро зафигачили, а? Посмотри. А если я сделаю вот так вот, к примеру. Попробуем с собой быстренько так. Хоп. Есть. Еще удобряшка. Мне кажется, здесь... Ну, здесь нету какой-то определенной, ребят, стратегии, потому что ее просто нереально здесь сделать. Хотя, наверняка кто-нибудь да сделал. 100% тебе говорю, кто-нибудь да прошел это испытание. Наверное, не потеряв никого и ничего. Ну, вот смотри. Я, например, сделаю вот так вот, да? И еще. И вот так вот. Сейчас еще тут взрывы. А, опять эти ураганчики. Как ты видишь, я ничего не могу сделать. Если только вот так вот. Это, как говорится, уже на дорожку. Ну, победа за нами. Конечно, такая победа кислая. 9 уровня. Ну, нормуль, нормуль, ребята. Так, это еще 5 корон, да? У нас в копилочку летит. И сколько еще там нужно для того, чтобы получить ближайший приз? Можно я посмотрю? С вашего позволения. 60. Тут можно до посинения так играть, если честно. Что у нас там в пене пурсует, происходит? Давай посмотрим. Так, здесь я не прошел вот это испытание, да? Здесь за 4 гема драться. 9 уровня зомби, спасибо большое. Так, здесь все урвал практически. Так, здесь я. Так, а здесь в чем проблема, ребят, я не знаю. Так, 6 уровня зомби, 9. А здесь я не справился, да, получается? 1 уровня зомби, почему? Поехали сюда сходим, а чё, нет-то? 1500 голды, я думаю, на дороге не валяются. Просто попробуем. Ох ты. Чё-то нужно набрать 250 тысяч? 250 тысяч энергии или чего? Я не понял пока, ладно. Так, зомби обычные, ага, обычные. Здесь еще вот эти вот мелкие попрыгунчики.
Возьмем с тобой так. Пираты плюс офисные зомби. Наверное, сделаем вот так. Подсолнухи нам нужны будут. Не знаю, ребята, возьмем фасолину. Скорее всего, подсолнух нужен будет. Возьмем подсолнух, возьмем мину. Возьмем вот так. Чисто для прикола. И последнего, кого я возьму. Это вишневую бомбу. Все, ребят. Че, погнали? Как говорится. Ну что? Что такое опять? Так, сюда. О, зачем я так сделал? Объясни мне. Так. Пускай бегут голодранцы. А здесь уже придется юзать. Но. Так, секундочку. Все? Съели свое? Съели. 5 целая куча, а? Че, неужели пройдут? Да, походу дела пройдут, друзья мои. Да пошел ты отсюда, ест он там, понимаешь, мои растения беззащитные, а? Аглоед. А что, удобряшек не будет, да? Я так могу понимать, удобрений больше не дадут, сказали. Обойдешься без них. Че, сдулся, все? Шокером пробили маленький, сразу же. Давай вот так вот сделаем. Классно. Всех тут подорвали, кого только могли. Да ты там прешь. Успеет, интересно, моя. Успел. О, сейчас будет бум. В плане, не было никакого бума. Ах ты. А вот так, если. Четенько. Ну, давай вот сюда вот поставим свой. Все, что ли? Ну, тут, ребята, было легко. Это первого уровня. Прокачиваем, да, с тобой до второго левла. Плюс сколько там, 5 гемов мы зарабатываем с тобой. Ну, гемы нужны будут. Квест комплит. Забираем награды. Так, 62. И здесь еще конфеты. Ладушки. 100 гемов. 100 гемов. 3 конфеты, 2 конфеты. Ну, третий уровень вряд ли я пройду, ребята. 7 уровня зомби. 7 уровня. А может попробуем? Давай попробуем. Просто по фану. 7 уровня. Если сейчас опять эти всякие офисные. Так, проживи 2 минуты. Слушай, дай-ка я лучше, наверное, щит возьму. Или отравление. Не знаю, ребят. 7 уровня зомби. Че, будем пробовать? Слушай, а тут какой-то у нас короткий список. Ты заметь. Очень короткий. Ни одного удобрения. Блин, трындец. Молодцы. Как я тут должен буду справляться? А зомбарей будет куча. А у меня даже ульты нету. Выживи, говорит, 2 минуты. А что делать, ребят? Придется выживать 2 минуты. Каким образом, пока не знаю, но вот придется. Сейчас еще армада же побежит. Так, ну эти взорвутся, да? Эти взорвутся здесь. Причем вместе. Вместе с этими прямо. Ну давай, хлопни быстрее. Ай-яй-яй-яй-яй. А, тут еще все, ребят, понятно. Все, я понял, в чем здесь сложность. Здесь еще нету у нас с тобой
газонокосилок. Ну да, тут сложновато будет. Я бы даже сказал, не то, что сложновато. Вообще наисложнейший будет. Даже если я... Эть, куда ты идешь? Сдули. Так а что мы их сдули? Армия-то все равно будет бесконечно идти, идти, идти. Ты что, с флагом, чудик? Подсолнухи, ну ни шиша не дают мне энергии. Просто, просто не дают. Хотя, подожди, 32 секунды остается прожить, да? 30 секунд. Слушай, я могу, ребят, вот так вот сделать. Только за счет финансов. Пираты. Так, щит. Они щит перепрыгнули, да? Понятно. Щит они все-таки перескочили. Так, 14 секунд. 8 секунд. 5. Есть контакт. Ну, по идее, прошел, друзья мои. Да? Ну, несложно, но пришлось потратиться, конечно, по голде. Так, что у нас там дальше идет? В чем проблема здесь была? Ай-яй-яй-яй, хочется, ребята, очень хочется получить 15 себе вот этих вот растений зажигательных, или как их назвать-то? Перец какой-то огненный, или кто он, фиг знает. Ну, хочется... Ох, ё-парасоте, это я... Это я должен защитить вот... О-о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 -
Я не знаю. А как тут вообще можно все это пройти-то? А, погоди секунду. Да давай ты быстрее. Я попытаюсь что-нибудь из этого сделать. Давай, 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 Гаргантюа, бомби. Если мы, предположим, сделаем с тобой вот так. Сюда цитрон. Да-да-да-да-да-да, друзья мои. Все, я понял, в чем прикол. Я понял, в чем здесь прикол будет. Эх, как сделать-то? Давай сюда, наверное. Ну-ка. Оу. Успеем, нет? Ну, успел вроде как. Да хорош. Да пошли вы все прочь. Ты посмотри, что они заклепали все здесь. Абсолютно все заклепали, ребят. Так, этот зомби... жестко. Так, что ж вы творите, ироды? А, у меня уже закончились финансы, ребят, все. Приплыли, по ходу дела, да? Ты посмотри, что тут происходит. Опять же, ребята, если у тебя есть достаточное количество денег, то, в принципе, для тебя это не проблема. А так, это для тебя большущая проблема, потому что они все равно съедят это растение. Раздавят или что там, как я не знаю, как хочешь так и называй это. Ну, вон. Газонокосилка сработала, да? Они сейчас пройдут. Смотри, что тут творится. Я офигею. Давай хоть цитроном, что ли, поможем. Давай, цитрон, бомби. Так. Надо было тебе, дурило. Да. Надо было тебе вот сюда вот, на мину,
брать. А тут, видишь, пройдут. Мне не хватило буквально чуть-чуть, ребят. Вот с этими зомби разобраться и все. Чуть-чуть не хватило. Совсем капельку. Так, а если... А если я переигрывать буду, у меня все равно уже нет финансов, да? Я не смогу с ними справиться. Как бы я этого не хотел. Ну ладно, ничего страшного. Не повезло, как говорится, в этот раз, может быть, в следующий. Ну что, друзья мои, я думаю, на сегодня будет достаточно. Чисто поиграли по фану. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!